Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні запланувала невеличкий огляд свого балкону, але перед цим покажу підвіконня, які виходять на балкон. Хто в мене тут росте? Я перевезла більшу частину хой в цю квартиру, тому зараз швиденько вам покажу, хто як росте, а потім підемо на балкон. І там у мене своєрідні такі джунглі. Поїхали. Так, ну почнемо быстренько свій показ. Це хоя Germany. Класна, мені дуже вона подобається. Це простенька, але інтересна хоя. Лайчан Форест. Окантовка у неї чорненька і сплеш. Длинні, великі листя. В общем, красива. Хоча вважається простой. Так, це одна із моїх ліз. Здесь растет лизочка. Там вертицеллата варигатная. Вот видите, да? А, тут PNG-432. У нее очень красиво загорают листья. Но тут пока прямое солнце не попадает и загара нет. Думаю, что когда солнце пониже будет, уже будет больше солнышка попадать. И будут окрашиваться в такой темно-красный бордовый листики цвет. Это Мишель. Тоже одна из двух экземпляров. Классная она. И цветет симпатичненько. Доцветает мультифлора. Наверное, сейчас трону, и цветы отвалятся. Вот такие вот дракончики. Вот такие. Они больше зеленоватые, когда расцветают, а потом становится вот эта окантовочка. Задние лепесточки более желтые. Так, ну пока не отвалились. Будет зацветать хоя Локи. Там у меня еще есть Калимантан маленькая. Кто там еще? Кто там? А, Матильда есть. В общем, вот это вот забыла. 15.55, по-моему, забыла. В общем, когда отдельно буду делать обзор по хоям, потом покажу. Там еще Гиппалазия маленькая. Так, ну и на подоконнике там тоже немножко хой. Но это потом покажу. Вот такой вид у меня с окна кухонного. Ну да, на стройку. Но, правда, там вон Днепр. Так, сейчас покажу вам еще второй подоконник, а потом пойдем уже на балкон. Второй подоконник, который выходит на балкон, выглядит так. Здесь мои хоечки-старушки. Это Crimson Queen, скоро будет цвести. Там триколор. Ой, люблю я эти хои, пусть они простые, старые, но я их очень люблю и не откажусь от них. Тут моя обскура тоже. Пока солнце сюда не попадает прямое, у нее листья не краснеют. Но уже чуть-чуть цвела, поэтому надеюсь на скорейший загар и цветение. Дальше. Это моя Ирина тут. Это Виола. Могилеврея хоя. Нравятся мне вот эти молодые листики. Как-то у меня вкусы по хоям изменились. И даже обычные листья теперь нравятся. Вот так вот. Дальше, кто там? Матильда Сплэш, Пахиклада, там у меня Каудата Сильвер, Грей Гост. Тут вот затерялся и не видно его совсем. Сильвер Доллар, да, и не скажешь, он Сильвер. Вот так неудобно, конечно, показывать вот это все скопом. Потому что, когда показываешь отдельно, можно более предметно, скажем так, рассмотреть. А тут такое Massive. Так, еще одна Finlay Sony, у меня их две. У этой лист более вытянутый и длинный. Название полного, конечно, я не знаю. Когда коллекционировать начала хои, тогда вообще как-то Finlay Sony, Finlay Sony, Каудата и Каудата. Это потом уже 150 всяких номеров, названий. Вот. Ну, старушки это вообще прям. Так, ну все, этих показала. Надеюсь, тоже на их цветение. Ну, посмотрим. Так, ну а теперь пошли на балкон. Сейчас начну, наверное, на балконе. Я сразу вам на балконе покажу, кого я сюда выставила. Это тоже хоя просто. Это мой нонуч. Такой. Немножко сюда попало солнце, и он вон даже загорел. Классный. Очень люблю эту хою. Нонуч для меня прикольный. Что там бабахает? Потому что сейчас тревога. Наверное, опять прилеты. Вот такой еще листик у нас. Немножко я их перевозила, и немножко они, конечно, пострадали. Но здесь на балконе мне нравится больше их выращивать, хотя бы пока тепло.
Ну, а тут за ним это авокадо. Из разряда жалко выбросить. Уже один горшок выбросила. Скоро второй пойдет туда же, потому что, ну, некуда ставить, потому что все заставлено. Ну, все, сейчас перемещусь и буду вам более подробно показывать всех. Так, ну вот мы уже на балконе. Сейчас начну так по кругу показывать, чтобы никого вроде как не пропустить. Начну с этого угла. Тут у меня лесные кактусы. Обычный кактус длинный. Никто еще не цвел, поэтому похвастаться не могу. Вот эти вот кактусы лесные пока были без должного освещения. Листья имели разные. У этого вот такие, у этого вот такие. А теперь у них листья одинаковые. Поэтому как зацветут, не знаю. Может, не одинаковые, но очень похожи. Там у меня марниера пришла в себя, тоже здесь на балконе. Сразу так похорошела, начала расти, как положено. Тут у меня хвост обезьяны, кактус. Тут из семечки продолжает расти петахая желтая. Не знаю, зачем она мне нужна, но растет. Ну, как бы колючка, плодов, скорее всего, не будет. Но пока растет, пока не надоело полностью, чтобы уже выбросить. Там у меня кактус из Турции. Там тоже такой хорошенький, пушистенький. Здесь плюмерия, которая тоже периодически атакует клещ, но я не готова с ней расстаться. Все-таки хочу, чтобы она зацвела. Но, правда, этот клещ еще и вот сюда нападает, на вот эти вот цитрусы. Ну, а так как я химии здесь брызгать не хочу, то обрабатываю биопрепаратами, действуют они, конечно же, хуже. Вот, но пока борюсь с клещом. А там посмотрим. Может, надоест и выброшу все. Так, тут у меня кактусы, они цвели некоторые. Я вам ставлю фотографии, покажу. Потому что сейчас вот бутоны, сейчас вот не цветет, да, ну, видите, бутончики. В общем, они уже цвели не единожды. Вот, поэтому покажу. Тут начинаются мои корейские суккуленты. Тут, которые уже у меня пару месяцев растут. Такие классные. Ой, так они мне нравятся, такие разноцветные. Здесь, если они красивые, это потому что вот это вот обрезанные пенечки, верхушки срезала. Ну, а пенечки, соответственно, не очень красивые. Это очень нехорошо выглядит. Ну, уже лучше, чем был. Это котеледон варигатный, тоже суккулент. Ну, про название то я потом. То я отдельное видео сделаю, чтобы не сбивать сейчас вам голову. Сейчас просто обзор. Вот такой суккулент у меня красивый, но подгоревший пропустила. Видите, как сгорел сильно. Причем что это хиверия, короче, с плотными листьями. Агавоидная. Ну, пропустила я. Так, такие красавчики. Тут тоже. Вот, кстати, вот это я в обзоре показывала. Приехали суккуленты. И вот приехал вот этот. Вот по нему ничего не понятно, да? Страшненький, дохленький. А вот этот, смотрите, как расправил листики. Какой сразу красавчик. Просто этот уже 2 месяца у меня растет, а это вот только приехал. Так, дальше разноцветные красавчики. Это палочки, потому что растения без корней, я их типа укореняю, поэтому с палочками. Потому что здесь крестатные, ну, то есть такой ствол толстый, широкий, поэтому пришлось подпорочки делать. Это мои старички здесь. Здесь красулы. Вот. Тут тоже всяко разное. Вот эту хиверию очень люблю. Как будто бы краской кто-то заляпал. Но никто ее не заляпывал. Она так и выглядела. Продолжает так выглядеть. Так, это тоже такая куртинка растет, красивая хиверия. Тут тоже разные красавчики. Это иониум классный. Это мои уже взрослые хиверии. Они у меня живут уже, ну, больше года точно. Здесь тоже кактусы. Такой кактус у меня цвел. Если не забуду фотографию. Ой, фотографию поставлю. Вот такой цвел. Вот этот будет зацветать. Ну, это розовым веночком будет зацветать, да? Ну, красиво. Мамиллярия, по-моему. Так, тут у меня будет зацветать мой адениум. Продолжает цвести миля один. И вон там розовый другой. Так, на грязные окна не обращайте внимания, потому что здесь это такое неблагодарное дело мыть эти окна. Я мыла. И опять пошел дождь. И опять такая же грязнота. Теперь успокаиваю себя тем, что для растений это притенка.
грязь на окнах. Вот, вот такая у меня красивая. У меня их две. Зачем я две покупала, не знаю. Растут они у меня уже тоже больше года. Это эуфорбия. Вот, кристатная эуфорбия. Вообще такая классная. И теперь на кончиках какие-то штучки. Не знаю, то ли цветы это. Может, кто знает, подскажите. Ну, не знаю, вот вон они, видите? Такие пупырки. В общем, не знаю. Это я пробираюсь через чащу вот этого помидорного дерева. Вот это такая громила, которой я сказала, если в этом году ты не зацветешь, я тебя выброшу. Потому что она занимает у меня, посмотрите, сколько места. Сейчас ты отойду, чтобы не упасть. Видите? Она уже почти упирается в потолок. Вот. И занимает пол балкона. Вот так. Поэтому пробираемся сквозь эти чащи. Так, тут дальше еще всякие суккуленты. Угу. Я уже говорила, да, наверное, что у меня их много, потому что приходили куртинками из Карелии, мои разрастались, я их рассадила. Но пока не меняться, не продавать у меня нету желания. Вот, и поэтому все вот так вот у меня растет. Конечно, это очень много, много лишнего. Мне столько не нужно. Не нужно, конечно же. Так, это, Олеся, твои сансевьеры. Вот это, и вот это вот подперла ее, ну, так, вроде живая. Не знаю. Палочку ее поставила. Так, здесь тоже корейцы. Вот, укореняется. Тут я уже сказала, мой еще один миля красавчик с крупнющими цветами. Попробую, конечно, еще раз что-нибудь укоренить от него. Но он бесподобный, я его обожаю. Так, здесь у меня рождественник, я показывала, как он цвел. Но он так разросся, это как бабушки, знаете, розовый. Я его сильно-сильно обстригла. И он буквально, не знаю, за неделю, за две недели уже начал обрастать. Поэтому не бойтесь, стригите, если они сильно, ну, вниз, да, вот ветки сильно длинные, вниз спускаются и мешают. Стригите, отрастет. Не, ну, может, какие-нибудь сортовые, вредные, не будут так расти. Там у меня каланхоя, здесь помидоры. Так, тут у меня, что у меня тут? Тут инжир. Тут тоже последствия клеща. Где может и есть, я продолжаю обрабатывать. Тут у меня будет зацветать мои эти пассифлоры. Вот. Еще есть плодовая пассифлора, но она больше всех пострадала от клеща, поэтому пока почти без листьев, потому что их поотдирала. Так, кто тут еще? Тут пахнет еще этот цветет малыш лимончик. Это бубикаликс какая-то. Вот жду, может, цветет когда-нибудь. Угу. Так, здесь вот мой лимончик мой. Ну, конечно, малыш, ничего с него не жду, там никаких плодов. Но цветет прям вот реально, как этот ароматизатор. И симпатично, и очень ароматно. Так, немножко хвои здесь. Это соловосиана, пыльная такая дамочка сейчас. Так, здесь у меня компакта. Это мелифлоа. В общем, у этих хвои, я надеюсь, цветение дождаться. Так, хаворти опять показывала. Это дисхидия авата, классная такая. Это у меня память моя. Это мой розмаринчик. Это память. Так, здесь у меня пушистенький кактус. Ну, я показывала, наверное, уже. Ничего тут. Они же не растут быстро. И не цветут еще, поэтому ничего нового. Ну, алоэ, видите. Так, вот эта прикольная штука. Видите, какая пятнистая. Я забыла, как он называется. Но дома был такой невзрачный, без света, а тут весь в пятнышко. Угу. Так, здесь у меня на полу еще хвои стоят. Здесь света им хватает. Это эритрина. Тоже надеюсь на цветение, потому что уже такая здоровенная вымахала. Вот. А это балаенсис. Такая дамочка. Надеюсь, тоже что зацветут, будут меня радовать. Это огромная карноза. С ней вместе тут где-то австралис еще. Ну, не вижу я австралис. В общем, она у брата цвела очень часто, эта карноза. Надеюсь, у меня тоже будет. Ну, в общем, тоже она мне не нужна, такая громадная. Ну, выбросить жалко. Так, тут у меня это как пальма вашингтония из семечки. Мне их три, по-моему. Ну, тоже куда их дену. Так, кто там еще? Это рождественник мне дали. И я его, одну веточку вижу, загубила, перелила.
Так, солнце вышло, уже мне ничего не видно. Так, это у меня терапегия. Терапегия. Ага, здесь красивый тоже рождественник разросся. Так, кто там еще? Ну, там на верхней полке тоже немножко всякого такого. Кто еще здесь? Тахоечка. Полистахия, нравится она мне. Может, зацветет тоже, потому что цветонос уже выдала. Ну, как-то так. Как-то так. В общем, кто уже цвел и сейчас не цветет, я вам покажу. Ставлю при монтаже видео, ставлю сюда. Ну, а остальных, как, когда уже зацветут, тогда буду показывать. Угу. Ага, вот у меня еще один есть лесной кактус, который я... тень себе делаю. Который я нарезала этих сегментов, вернее, оторвала даже, можно сказать, огромный этот лист, черенок. У брата в подъезд кто-то выставил огромнейшее такое ведро, емкость. Ну, в общем, огромное просто с вот этим вот лесным кактусом. И вообще без света он стоит. Ему там хана. Конечно, я такой огромный себе не могу забрать. Просто некуда. Но попробовала его именно спасти немножко. Посмотреть, и как цветет, и продлить ему жизнь. Ну, видите, укоренился, растет. Посмотрим, как будет цвести, если будет. Так, и здесь у меня немножко еще хаворти. Тоже делаю тень. Мне и варикатные хаворти, и трункаты, ну, в общем, все подряд. Вот, такая у меня еще здесь хоечка Пубикаликс. Красивая. Такая звезда. Только ее привезла сюда, и она сразу же вон розовые сплэшинки начала выдавать. Это уже монстр такой вырос, и ни разу не цвел. Не хватает ей дома света. Здесь, надеюсь, лучше дело пойдет. Ну, вроде все. Вроде всех показала, обо всех рассказала. Солнце вышло. Вообще плохо видно теперь. Вот. Вот такой балкон. Зеленый. Можете не писать, что здесь всего слишком много. Я знаю. Ну, можете писать. Мне, в принципе, как-то не критично. Я сама все знаю, но пока ничего поделать не могу. Все. Дякую за перегляд, за ваші коментарі. До зустрічі у новому відео. Все буде Україна!